На Ямале не ослабевает государственный экологический надзор. По итогам прошлой недели в области охраны окружающей среды проведено 5 проверочных мероприятий. Возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. Кроме того, по выявленным ранее нарушениям вынесено 6 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 420 тысяч рублей, сообщает сегодня пресс-служба губернатора.